пытается нас обмануть. Так делает нас невыносимыми, так делает нас унылыми и слепыми. Силу дает нам наша семья, крикливая, шумная детвора. Силу дают нам наши друзья, без них нам вообще никак нельзя. Работа, она окунает нас в ежедневные заботы. Все это держит нас невредимыми и целыми, не сломленными и непоколебимыми. Высший может нас спасти, избавить и от всех погрешностей увести. Благодарю, святой отец, я еще жилец. Ау, еще жилец. Кроме грехов у меня ничего и нет. Ничего. Кроме грехов.